было волшебное время, когда царил великий матриархат. Женщины нашего северного клана правили в отсутствии мужчин и жили в ожидании их, сильных и любимых. Мы были самым влиятельным кланом. Наши сейфы с деньгами и драгоценностями были зарыты в наших северных полях. Мы покупали самолеты. Мы готовились к блестящей свадьбе моего сына-наследника. У нашего клана был лишний час, 13-й или 25-й. И все члены нашей семьи жили на час больше в сутках, чем все остальные люди. Мы были все сильны. У всех есть карандаши, записки, желания. Наши желания всегда исполнялись. И в один миг все изменилось. И начался хаос. Чтобы ты, Бенедикт, любил меня одну. До гроба и после гроба. Северные поля. Власть переходила от одного к другому, сея война и болезни. Меня никто никогда не любил. Я никого никогда не любил. Я думаю, тебя. И чтобы все спасти, кто-то из нас должен был умереть. Бенедикт мой, не твой. Не надо сюда больше звонить!